Равнение на знамя. День пионерской дружбы отмечают в Беларуси 19 мая. По традиции ряды пионеров в этот день пополняют ученики 4-х классов. Несмотря на нелетную погоду, сегодня в торжественной обстановке в парке культуры и отдыха галстуки повязали более чем сотни учащихся школ и гимназий Новополоцка. Ребята объединили не только развлекательное мероприятие, но и дружное «Будь готов». Сегодня традиционно у нас в Новополоцке проходил прием в пионеры. 19 мая – это праздник пионерской дружбы. И поэтому дружба – это важно, это ценно. И всегда в мире будут цениться такие вещи, как дружба, добро, справедливость, любовь к родине. Именно это главное в работе и в деятельности пионерской организации. Мне это было волнительно, потому что это было в первый раз. Я становлюсь патриотом своей страны, должен любить ее. Посвящение мне запомнилось тем, что мне завязывали пионерский галстук. Мне понравилось это тем, что я стал патриотом своей страны. Всего в Новополоцке в нынешнем году ряды пионеров пополнили почти 500 ребят, а в целом городская организация насчитывает более 5500 человек. Преемник советской пионерии, Белорусская республиканская пионерская организация, одно из самых массовых детских объединений в нашей стране, в нынешнем году перешагнет рубеж в 30 лет.